Здравствуйте, Раф. У меня такой вопрос. У меня в последние дни себе задают такой вопрос. Вот как вы думаете? Ну вот представьте, вот что бы нам сейчас сказали Рабаш и Бааль Сулам? Какой совет они бы нам дали? Они бы сказали только одно. Где же ваша молитва? Где ваша просьба? Где ваша просьба? У вас есть начальник. Где же ваша просьба? А мы этого не делаем. Понятно? А почему мы это не делаем? То есть мы вас не слушаемся? А вы спросите себя.